Многие люди трудятся дни напролет, без выходных и отпуска. Но разбогатели ли они? Многие едва поддерживают штаны. Тем временем другие не живут на работе и находят время для себя и для своей семьи. И при этом умудряются стать мультимиллионерами. Одного трудолюбия недостаточно для того, чтобы стать богатым человеком. Чтобы стать богатым, для того, чтобы достичь успеха, необходимо научиться не упускать благоприятные возможности. Большинство людей живут жизнью неудачника из-за того, что не могут в нужный момент принять решение и взяться за нужное дело. Именно так обычные люди упускают возможности. Они говорят, что им не предоставляются возможности, что возможности есть только у богатых. Но на самом деле они просто не могут ими воспользоваться, потому что не принимают решения и не начинают действовать, когда им предоставляется шанс. Успешные наоборот, они действуют быстро и решительно. Обратите внимание, именно решительно, когда им подворачивается возможность. Со стороны кажется, что им везет. Но на самом деле это способность увидеть хорошую возможность, быстро принять решение и тут же начать действовать. Развивайте в себе эту способность даже в небольших обычных делах. Постоянно накачивайте мускулы своей решимости. Можно много говорить, планировать, но лишь ваши решительные действия приведут вас к успеху.